Здравствуйте. Давайте я вам сегодня покажу, как сбросить BIOS обычной материнской платы от компьютера. То есть вот это микро-ATX-овая платка на M3 процессоре от фирмы ASRock. Написано, какая у нас фирма ASRock. Теперь, вот мы видим батарейку BIOS'а. Рядом с ней есть джампер CLR CMOS. Вот CLR CMOS. Чтобы сбросить BIOS, есть два варианта. Первый вариант — это берем на выключенном компьютере вот этот джампер, вытаскиваем его, вытаскиваем и вставим в такое положение, то есть правее. Изначально она стоит в нормальном положении, а сейчас стоит в положении сброса BIOS'а. После того, как мы поменяли этот джампер, надо несколько раз нажать кнопку включения компьютера. Компьютер не стартанет, но BIOS сбросится. После этого возвращаем этот джампер на место. Все, теперь опять жмем питание компьютера, и компьютер у нас запустится на заводских настройках. Скорее всего, он сразу скажет, что BIOS не сохранен, предложит вам зайти в BIOS, загрузить там оптимальные настройки, либо настройки по дефолту, load setup defaults настройки, и после этого сохраняетесь, перезагружаетесь, и компьютер уже загружается. Второй вариант сброса BIOS'а есть — это если, допустим, вот джампер потерялся, либо не можете найти, на некоторых материнках не подписаны, либо я видел, вообще отсутствует вот такой вариант сброса BIOS'а. Тогда BIOS можно сбросить по такой схеме. Берем, вытаскиваем батарейку, то есть зажимаем этот контакт, плюс всегда сверху, и вот батарейку вытаскиваем. После этого берем, закорачиваем вот эти два контакта, не знаю, отверткой, хоть чем, закорачиваем их, и также включаем, ну, жмем несколько раз включение BIOS'а. При закороченных контактах, когда BIOS включает, мы включаем компьютер, пытаемся стартануть, происходит сброс. Это примерно то же самое, что мы переключаем джампер. Все, после того, как мы это сделали, возвращаем нашу батарейку на место. Все, вставили. Включаем компьютер, и компьютер у нас загрузится также. Скажет зайти в BIOS, сохранить, загрузить оптимальные, либо дефолтовые настройки. И после перезагрузки у нас уже начнется нормальная загрузка нашего компьютера. Все. Если видео оказалось вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.